Так-с, ну что, ребят, не откладывая в долгий ящик, вторая по плану игра на сегодня. С золотой секирой наконец-то разобрались. Можно смело идти дальше, прям бежать, прям ломиться. То, что мы сейчас, кстати, будем в этой игре делать. Ninja Crusaders. Один из подлейших в плане скроллинга игр на двоих. Одна из подлейших. Чуть рано Диманом запилил колоб. Так, смотрим заставочку. Здорово, Мультистронг, кстати. Мы с тобой не здоровались. Да, привет, мульти. Жаль, что ты пропустил золотую секиру. Нормально прошли, наконец-то. Так, заставочка. Однажды мистический захватчик из не пойми откуда атаковал мир, ослабив защиту Земли. В Японии два ниндзя решили противостоять и дать бой внеземным захватчикам. Талон и Блейд, два ниндзя, решили уничтожить зловещее дыхание, зловещее влияние на Землю. Куин они на вторую картинку дали времени прочитать, я бы нихуя не успел прочитать. Да, но я, если честно, от себя маленько добавил. Так, ну с Богом. Отлично. Ебать. Нахуй ты развернулся-то? Именно в этот момент. Ладно. Я, блядь, меня... кран скроллится просто, видел, я прям в него забежал, блядь, и не смог ёбнуть. Прикольная фишка в игре, то, что можно в животных превращаться. И кататься друг на друге. Да, каждое оружие... Каждое оружие вызывает свое животное. Ага. Будет стрелять. Так, спокойно. Все. Так. Игра небольшая сама по себе, но из-за всяких подлостей может занять очень много времени. Как они вот такую херню делают, типа там осматривать, еще какую-нибудь хуйню? Ой-ой-ой, сейчас не прыгнул. Ах, хер его. Ты не в курсе? Транзистор. Я пока, извините, ребят, ошибка за чатом не могу следить. Крус пишет, я в животное могу превращаться хоть когда. Жиза. Качество, качество. Блин, это на вырез фраза просто. Для этой игры. Да, мульти это гадин курильщика, ты прав. Вот тоже молодцы, ребят, кстати. К счастью, здесь не надо всех врагов убивать. Так, первый босс. Вот, все. Вот. Да, лютая игра, кирпич. Уровень 2-1. Так, понизу. Так, аккуратно. Да, блин, попроще, ну, как Вдвоем бы на одного... Вдвоём попроще? Не блин, знаю, не знаю, нет. Не знаю, ребят, насчет попроще. Аккуратно. Какая-то меха-обезьяна. Херня какая-то. Блять. Спокойно. Так. На одного она попроще проходит. Скроллинг нормальный на одного. Я могу, если хотите, потом дропнуть управление, и вор на одного пройдет без проблем. Но у нас все-таки кооп прохождение, поэтому... Поэтому, ребят... Так. Так, а ты когда сможешь жизнь взять? А вот прям сейчас. Давай, давай, живи, живи, живи. И... Сука, враги подлые. Ой-ой-ой! Это было опасненько. Это было опасно, Константин. Да, заебись. Так. Сейчас три жизни возьму себе и все. Круз пишет, задротом был, поэтому игра язычной показалась.
Отлично. Нормально. Второй год. Пишет Димана. Да ебать в рот. Все равно пока нормально. Пока да. Я задротов бил. Кстати, да. Так, давай, Вор, вот сейчас момент истины. Здесь надо аккуратненько. Не торопись. Помни, что враги агрятся по ебанутому. Так. Ну, блядь, она вообще за экраном была там. И полетела в итоге. Запрыгнул. Ну, конечно, с одного удара не убьется. Блядь, у меня сердечко замирает в такие моменты. Я лечу на орле, на расстоянии, которого хватит, чтобы умереть. Сука. Ну ладно, у меня жизнь ненормальна. У меня жизнь ненормальна. Так, ну и чё? О. Блин, опасно, опасно. Second Samurai, ладно, запишем. О! Second Samurai, я даже не знал, что она на двоих. Ну ладно. Не, тихо. Не допрыгивай туда. Да. Если чё, не забывай, у меня же дальнобойное оружие. Тут некоторые прыжки такие пиксельные. Чё за хуйня в 8 глаз? Опа, зря я промазал, да? Превратись в тигра и направо. Перепрыгивай туда направо. Ой-ой-ой. А, ну все. Вот, а, все. О, по-моему, тигр не убивает с первого раза. А 8 ты съебался, будешь отсюда куда-нибудь? Куда я запрыгну-то? На тебя, что ли, тут? Не, дай-ка я запрыгну, у меня жизни побольше. Ну прыгай, нихуярь. Так. А чё я обратно-то никак не превращусь? Да ты жми кнопку-то. Не, ладно, я тигрушей побегаю пока. Ту-ду-дун-т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 ун. Так, вот тут. Прыгай, оп. Хули нет. Бэтмен Форевер, ребят, помним, любим, скорбим. Леди, прости, пожалуйста, прости. Да, Андрюх, у нас часто такие споры возникают. Так, я, наверное, не дотянусь. Чё, пройти, ну, блядь, прыгай сюда и прыгай туда, направо. Ой! Ебать, ты хуйню творишь. Придется за тобой прыгать. Спрячься! Спрячься! Поэтому ты, блядь, сука, превратись обратно, блядь! Ты заебал хуйней страдать! Все, все, я здесь. Все, сейчас превращаюсь обратно. Ебать, этот петух вылез. Ну, мне понравилось с тигрушей бегать, это было прикольно. Так, вот здесь не торопись. Ну да, тигры заебись, да. Так, тихо. Да, стой. Пробуй. Прыгай туда. Отлично. Замечательно. Есть. Так чё, Крус, она на двоих? Или там только... А, ну, наверное, на одного. Так, 4. На двоих, походу. Здесь мой, где-то еще жизни будут у тебя? Мне нет. Так, так, спокойно. Да, на двоих, ни хрена себе. Вор, нам накидывают это самое. Блин, ну это у меня записано уже. 8 вот Second Samurai надо... Да. 8 айс записано? Да. Охуеть, и ты мне даже не сказал, что он на двоих, ну ладно. Так, все, проскочили. Так, второй играет орлом. Не, просто сам, блядь, не играл в нее. Вор, вот. Но здесь я записал аккуратно. Ее. Аккуратно. Я не помню. Ладно. Я не помню нихера. Убью, убью их. Ладно. Ты мне подсказываешь, вот здесь, да? Вот здесь я был. Напиздуй сам туда, вот так вот, засядешь и будешь хуярить. Так. Все. Ух ты, блять, он на нас агрился. Ну, блять, ну, блять. Ах ты, блять! Блять, второй хуесос выкатился.
сука, они сейчас зареспаунятся. Блять! Заебали они. Так, ладно, у меня жизнь еще нормальная. Сука, да чего страшная игра, блин. Так. Что за прикол? Блять, ну, бежим давай. Хуй знает, ну вылазь туда. А, вот, попиздил куда раз. Куярь со всей силой. Дай-ка я проскочу. Ну, прыгай туда. Вот, на самый край влево стреляй. Отлично, отлично, спокойно. Прыгай ко мне, я чайники убью, ебаные. Так, хуя, ладно, не попал. Страшно. Блять, на оружие кинули, сука, подстава. А, там еще будет этот. Там будет, да, но... Так. Следующий босс. Потом посмотрите на него. Когда-нибудь. Где-нибудь. О, сейчас самые такие уровни конченые. Да. Ты на удар убьешь. Блять, вот пока ты... А, ну хуярь, да, поверху, согласен. Поверху хуярь, поверху хуярь. Блять. Ну-ка, на кого агриться будет? На меня? Нет, на тебя. Все, замечательно. Так, на меня. Хуярь, если что, вон там жизнь возьмешь справа. Так. А, вот это я забираю, да, сейчас? Да, да. Все, отлично. Так. Сейчас хуесос выбежит вот здесь. Возможно, еще один будет. Давай я проскролю. У тебя ноль жизни, ты зря так... Да, блядь, я не рискую, заебал. Сверху будет хуесос вот здесь, вот. Хуярь сразу его там. Скорпион плохое животное, кирпич. Пиздуй вперед. Сиди здесь. Нет. Хер с ним, пускай, у меня еще две жизни. Так, еще одну подлинную. Ну, блядь, я бы рискнул, но транзистор что-то не хочет, чтобы я рисковал. Я бы попиздил сейчас бы вперед. О, это было на грани, блядь! Так, я забираю свои эти. Все, привычное оружие. Тихо! Спокойно. Спокойно, блядь! А? Так, следующий босс. Ой, страшно, страшно. Да, очень сложный босс был. Так, 5-2. Блять, не иди только за звездочку сразу, хуярь их тут. А ты не жизнь не можешь занять, да? Я хуй знает. Так, ладно, мы в первом уровне потеряли жизнь, из-за этого плохо было. Не, я не видел. Я даже могу сказать, что не играл ни в один Resident Evil. Вот здесь все, я не буду разворачиваться. В тот раз это стало фатальной ошибкой. Вот на тех козлов я развернулся. Так. Ну, у меня жизни будет больше шансов набрать, поэтому... Ебать, ну откуда он опять заскролился там, заебал? Хуесос. Я его только что убил, он опять и заскролился там. Так, все нормально, спокойно. Хуй тень. Ну можно вырезать потом, нормально все. Да, не спорю. Эти фейлы ебаные. Не спорю. Был, блядь, просто в паре сантиметрах, сука. Скроллинг этот. Угу. Смотрите, какой скроллинг конченый в игре, ребят. Это основная причина наших смертей. Вот это вот херня. Они еще вторая ближе не могли поставить. Ебанутый чтоб, респаун врагов. Чтоб сразу на этих. Ой, бля. Ага, отлично. Ой, страшно. Мисс Хэлф, неинтересно, пишет Амон. О, Амон, кому привет. Как? Привет, Амон. Давненько тебя не видел. Съебывайся. Амон, это сейчас мне, если чё.
Опять эту херню взял. Ну ладно. Ну ты сейчас жизнь возьмешь снизу там. И звездочки обратно возьми. Да ну не маши ты, блядь, цепью, ну я же пизжу его, ну ебаный стыд. Ну в прошлый раз такая же хуйня была. Она уже вроде с этой. Вниз иди, бери жизнь. Все, я забираю крючки свои. Странно, цепь вроде в тот раз быстрее этих врагов убивала. Трас я быстрее их убивал. Так, ладно. Так. Нормально. Пока заебись, да. Там еще три жизни будет. О, пять бошек. Да, ну у тебя еще, если что, за экрана не уйдут бошки эти. Если бы будешь больше накапливать. Так, обезьяна механическая зеленая. Что здоровается с тобой там. Да, пошла она нахуй. Так, ладно, хер с ним, пусть летит. Так. Ой, близко сидишь, опасно. Да, нормально пока. Так. Так. Ничего у меня так... Ничего у меня четкость прям. Хоть в олимпийскую сборную России, да, по стрельбе, да. Ой. Оп. Так. Так, нормально. Шурикены решают. Только они слабые, да, ужасы просто. Да. Зато через все подряд летят. Да, блядь, за... Ниндзя, который не умеет плавать, какой-то нахуй ниндзя? О, нормально. Хуёвый, ну на нём экипировка, наверное, там. Угу. Эти шурикены, цепи, амуниция. Так. Зон под водой дышать может. Следующий босс. В тот раз тебя босс нагнул разок. Вот так вот. Ну да. Чмо такое, я не успел в третий раз попасть по нему. Уровень 3.1, лес Девила. Представляете, у Дев Девила есть свой лес. Это так спокойно. Вот здесь тоже разок нас нагнули. Ну, блядь, ну что она из экрана вылетела, ясен хуй. Вот, да, вот это опасный момент. Так. Ты о, живой, нормально. Да, подожди. Все, забирай спокойно. Да, блядь, это хуйня. Так. Угу. Боссы все дохнут, если оружие меч. Другим оружием надо будет дольше бить их. А, я не могу отойти с тебя. Все, спокойно. Так. Так. Замок железного кулака уровень называется. Нормально, да? Ничего, четко. Чё-чётко. Название, блядь, не раз. Нихера он, ага. Молодец. Вот. Еще друг от друга нельзя далеко отдаляться. Хреново тут. Ну, экстремалок, Рус, чё поделать. Iron Fistic Castle. Да, можно и так назвать. Блять, сука, попрыгушки кончены. Так, спокойно. Блять. Ай, блять, вот пидорастический скроллинг тут, конечно. Но и респаун врагов. Звезда не успела долететь. На одного попроще, там нормальный скроллинг, и эти пидорасы не воскресают. Ой, блять, страшно. Блять. Мне только не на оружие! На оружие ебнешь. Да. Блять. Может...
О! Можешь в птицу превратиться, слышь? И ебануть туда поверху. Я Донателло. Да поверху ебани, прям наверх лети, их туда вправо, хуй не достанут. Все, я не могу пока. Ну все, хуй с ним. А, все, мне надо. Можешь звездочку взять и съебаться. Так. О, замечательно. Нормально. Да. 4-1. Мы уже получше идем хотя бы. Спокойно, спокойно. Ой, мог выстрелить. Ладно. Мог, они вообще скорострельно стреляют, вот эти пидорасы. Именно в этом уровне. Если их, кстати, плохо проскролить, такое ощущение, что они хотят стрельнуть, но у них не получается. Так. Прикольный такой этот, кстати, военный корабль. Так, 4-2. Логово дыхания. Да, вот такое название локации. Ой. Работа от дома в 6,5 километрах. Ну, это нормально. Да, это еще нормально. У нас шахта вообще находится где-то... Где-то в 18 километров, короче, добираться. Че, запрыгивай туда, налево стреляй. Блять, он прыгает. Да что-то я забываю про этого гондона постоянно. Блять, ты проскролил, зря назад отошел. Пиздуй наверх, блять. Проскролил. Какая игра жестокая, как она наказывает, прям молниеносно. Ну, если бы ты на месте стоял, он бы не проскролился назад экран. А ты вот видишь, дернулся назад и все. Угу. Забыл курицу. В отличие от транса, горизонтальное удаление. Хуярь, хуярь, все. Че, я, может... Так, ладно. Так. О, он вниз пошел. Он все время так. Так, следующий босс. Да ебать его в рот. Опять опасно, блять. Так, темная деревня, уровень 5-1. А прикинь, уровень Зинзиганзены, но с этой механикой и одним ударом. Нет, спасибо. Даже... Даже за ваши... За ваши просьбы нет, ребят. Стой вот наверху и сразу хуярь их. Смотрю, он как на меня... Да, блядь, нет, плохая тактика. Да, раз. Ладно, спускайся вниз. Пусть появляется, да. Либо на меня будут агриться, либо на тебя. Ой. Да... Да, сука! Уйди нахуй! Блядь, блядь. Пройди маленько вперед. Все, подожди меня. А, все, никого нету. Самоубийцы ебаные, прям бесит, бесит, сука. Так, подожди. Че, кто будет суицид? Давай я, у меня жизнь побольше. Пиздуй. Наверх туда? Да, вот так же садишься. Сука, не успел, по хребтине задели, ну ладно. Mm-hmm. А у меня будут еще жизни, нет, не помнишь? Да, будет в конце. Да. Ну, в смысле, в 5,2, вниз сразу сюда. А, вот смотри. Вот, одна еще там будет. Ага. Я пока прыжок веры сделаю тут. Так, отвлек грамотно врага, сейчас молодец. Так, следующий босс. В тот раз об босса ты, конечно, неудачно жизнь потратил, об НЛО. Ну это пиздец какой-то, я думал, он сдох уже. Так, уровень 5-2, храм проклятых. Проклятое место для нас. Блять, я все забываю про это. Да как, ну сука! Так, ладно, жизнь забираю. Привет, Дмитрий, дай мне тоже.
последний мух. Все, у нас. И пошел он нахуй. Ну здесь, стой, здесь. Курощуп. Куда кидай? Сейчас вот здесь сиди. Так. Верхних высот сейчас твой будет. Ебать. Как я там не сдох, конечно. Но вообще эту игру страшно, просто страшно в эту игру. В коопе проходить. Даже он меня отвлекает. Сука, попрыгушки. Хуярь, хуярь. Так, сейчас не помню. Оставайся наверху вот здесь вот. Будешь вот так подпрыгивать и хуярить. Давай, смотрим. Так. Все. Блять, как страшно. Уц! Торопись, да ты стой на месте еще. Я спрячусь под низ, давай, стой тут, хуярь. Вот здесь? А, да-да-да. Нет, да, да, вот да. Отсюда хуярь. Блядь, нижний опять появился, хуесос, пидор. Ой, страшно. Блядь. Пройди, маленько еще пройди. Спокойно. Не подставляйся! Да я прыгаю назад сразу. Я не помню. Сейчас верхнего хуесоса сшибай. Еще один тут. Блять, суицидники, сука! Вот сюда. Блять, убей сначала ту хуйню. Может еще респаун. Прыгай вперед, у тебя жизни есть. Не скроль экран, только не скроль, ёбни того. Все. А, еще мог жизнь взять, ну ладно. Да нахуя они нужны? Спокойно. Спокойно. Все, качество. Наконец-то, с третьей попытки. Ну, на грани, на грани. Да, булки ниндзя, конечно, сжимают жестко. Зло разрушено, мир вернулся в мир. Такое это игра слов. Еще одна глава в легенде ниндзя перевернута. До следующих времен. Until next time, блин. О. Да, мульти, все. Наконец-то. Спасибо, Диман, еще раз за поздравления, которые я запилил. Это серьезно, мульти. Мы в тот раз мучились с ней. Мы с ней так прилично помучились. И вот только сегодня закончили начатое. Так, удалить эту ебаную игру из списка, записать... А, Second Samurai записан мне уже. Ребята, мы что сегодня планировали, мы прошли. Вы не забывайте, в прошлый раз у нас не получилось ни то, ни другое нормально застримить. Так что еще один шаг сделали. Только не понял, почему я ниндзя-крестоносцы. Да, здорово, Гаррет, ты вовремя успел. Здорово, Гаррет, а мы тут это уже, в общем-то, как бы уже, как бы все. Это самое все. Так, что тут ничего? Что заводить? Не, что не будем заводить, ничего. Мне скоро съебываться уже надо. У меня нету выходных, увы. Ребят, чуть где-то через 3-4 дня еще покачественнее будет. Будем готовить с Варом дальше. Коопы. Еще пара игр пройдено. Я не знаю, что вор, есть смысл вырезать или так оставим? Да хочешь так оставь, я себе вырежу потом. Третья попытка, в принципе, нормально. Я себе так оставлю. У нас Double Dragon уперся второй, когда я на шестеренке падал на шипы. Я это все оставил. Нормально пойдет. Себе ну, все, в это вырежешь потом. Так, чё... Ладно, не буду говорить, что дальше будет. Да, спасибо, ребят, что заходили, смотрели, переживали. Ну, ниндзя реально на двоих сложноватая игра оказалась. Потерять все жизни просто как нифиг делать. Местами прям исполнять пришлось.
чтобы обоим живым остаться. Вы не забывайте, у нас цель, чтобы оба закончили игру живыми. И желательно контейнер, чтобы не тратили. Так что вот такие дела. Да, всем спасибо, приходите еще. Да. Пишите в чат. Скоро Раф там, если что, выйдет в эфир. Так что, если что, у Рафа Прехисторик будет на SNES, можете его глянуть. А нам, правда, пора, ребят, сегодня. Но еще две игры пройдено. Будем готовить что-нибудь следующее в кооперативе. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на стримах, как обычно.